Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили, как организовано горячее питание в трех школах округа. Вместе с депутатами окружного совета от «Единой России» в рейде приняла участие первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. Она проверила Барвихинскую среднюю общеобразовательную школу, в которой обучаются порядка 1000 детей. Инспекции Жаворонковской и Ликинской школ провел председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. По всем пунктам обязательного чек-листа проверяющие дали положительные оценки.